Нет. Здравствуйте, ребята! Это снова я, ваш любимый Мишутка. Я приготовил вам новые загадки. Послушайте их. Вот я очень люблю букву «мягкий знак». Придумайте слова, которые начинаются на «мягкий знак». Знаете, я вам хотел сказать, что я очень люблю вашу передачу. Ну, конечно. Там же я работаю. Вообще-то тебя не спрашивали, урод. Ребята, вы что, так и не придумали? Так, ребята, так нельзя. Значит, попроще, для тех, кто не знает. Придумайте слова, которые начинаются с буквы «ы». Это тоже моя любимая буква. Слушайте, а что это за неотесанная кукла в студии? Какая-то... Слушай, да иди ты отсюда вообще. Кто ты такой? Слушайте. Что, мимо проходил, что ли? Во-первых, это... знаете что? Ты знаешь, кто я такой? Во-первых... Да ты знаешь, с кем мой папа работает? Да он и сейчас делает просто выбитое плечо. Понял? Ну так вот, что я хочу сказать, да. Куда ты пошел? А что там, на слов? На твердый знак нету? А потом? На букву «и»? Ребята, меня хотят спать! Тоже! Наглый кукол. Так, между прочим, его тогда замучил.